Тогда давайте вот эту вторую. Женя, ты жестче выбрал, да? Да. Какой жестче это? Покажи в итоге. Второй. Этого нет. Короче, у нас сейчас будет битва. Шашки. Женщины против мужчин. Ну все. Увидимся уже в другом обличии, да? Пузырится, Женя, ты посмотри на это. Это вообще красота, я хочу. Я хочу. Нам, да? Три, получается, мы это будем пить. Ты хочешь мечу, на Бали хочу. Дай мне бутыли мои, пожалуйста. О, поставить их, слышь, смотри, как король, королева, понял? А что ты растаяла, ты что ты? А так ставить можно? Ну да. С чего? По черному. Да? Да. Что, ты меня позор, блин? Я давно не играл. Ты чё, блин? Он шахматы настроился просто. Да. У меня настроены шахматы, короче. Давай, что я здесь в лапах. А что? Ну что, это все алкоголь? Нет, да. Нет. Мы рубим, они пьют, получается. Да. А я, да? Нет, ты, да? Да? Давай, можно, делай, можно, делай. Да? А ты... Я смотрю. Нормально, да? Нормально вообще? Ты с нами, нет? Я пить хочу. Я хочу проиграть. Рубите быстрее. Давай, чё, кого? Я хочу попробовать. Первая рука тебе пойдёт. Лошадь, уходи. Рыба. Сюда нельзя поставить, я поняла. Он может рубить еще и две, да? Ну чё, готовимся к первому выходу. Ладно, меньше зуб. К первому выпиву. Ты чё, сдаёшь? Не, подожди. Ну у них хотя никак не садить, они уже по-любому попадают. Они попадают под руку. Да подожди, попадают. Смотри, они хотели сюда, просто выпить. Они сюда. Они поддаются. Они в любом поддаются. Нормально все. Вот оно. Вот он, приз. За ваше здоровье. Да, ты этого ждала. Ты даже не вникала вообще в суть игры. Я надо залпом. Теплая. А так ничего. Бахнешь. Рубит нас. А фук берем? А? Что за фук берем? Фук, это что-то знакомое, что такое фук? Ну вода. Блин, они бы сейчас если не фубили, они бы свою обладали просто. Не попадаешь, Каля. Вот у него вошло в рот. Ну так извини меня, это... Пасть. Но? Вкусно. Рубите, пацаны. Да подожди ты. Как она называется? Давай, руби вот раз, два. Ну давай, на. Бухай. Бухай. Нормально, по-другому. Так, это вот тебе, ты прекрасно попробовал, это вот тебе первый. Давай. Лупить. Вообще, я тебя рубану. Ну что, давай же я вью. Совсем уже оборзел. Ты специально? Все в план. Сука. Планы. А, у нас теперь... А, ну давай я. А это дамочка ваша, получается. Вкусно. Да, вкусненькая. Он с сиропом. Вкусненькая-то вкусненькая. Водочка с сиропом. Это пару рюмок мы уйдем с тобой, я чувствую. Да нормально. Что тебе дать? Что тебе дать закусить? Да я даже вкусно. Дамка. А ее можно пустую даже. Входит. А это наша? Да. Подожди, под. Ну
да, блин, ну давай. Бухаем! Мы тоже бухаем. Бухать? Дамка, пей. Давай пей. Ну. Подожди. Побруханить же надо, ё-моё. Давай. А почему мы только синие пьем? Я хочу красненькую попробовать. Это красненько наша. Ну ладно. А, ты видишь, хотел дать красненькую. Ну ладно, я. Нет, пей-пей. Пей-пей. Какие у нее кубешки. О, у нас же дамка есть, точно. Это наш зелененький, я ни разу такой не пила. Вообще-то вы срубили, мы пьем. По идее, да, живем. Жизнь напухаться, а? А я тоже синенький. Пей до дна, пей до дна, пей. Нет, иди бай. Это тархун какой-нибудь, наверное. Не пойду. Мятный, попробуй. Короче. О, попробуй. Попробуй, попробуй. Мятный прямо. Сироп мятный. Попей, попей чуть-чуть. Нет, клево вкуснее. Попробуй. Ну чего ты, вкусно? Ня. 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 Давай гуль-гуль-гуль-гуль-гуль. Давай. Ух ты, молодец какая. Подожди, куда? Да зачем? Да подожди, руби. Да успокойся ты, я не... Может, как я буду срубить-то? Ну вот так. Костюнь, я тебя обожаю сейчас, Саша. Ты веришь, нет? Верю. Ну-ка, у-у-у, пейте. А? Белую не пил? Пил белую. Пил? Как так? Давай. Я не ожидал. Женя, блин, с каких хренов, блин? Ты, короче, у тебя стратегия... Я так, на поле я так понимаю, я, короче, стратегия к чему приводит. Чтобы выпить. Стратег, блин, хрена, нифига, блин. Ты посмотри, сколько у них. А какую еще? Да вот нормально? Это, вот это нет, еще. Да, это их нет, да. Не льется. И трясся лицом. Да, тихо. Трубочек, да? Они вот так просто. Давайте, ваше здоровье. Наше здоровье. Наш выигрыш. Она забрала наши, да? Гильзы. Я их там. Осилю. Ну. А такой замах был, как будто бы сейчас, ух, вовремя остановился. Ух, ты сейчас еще дополнительного просит, да? Мало, как покажется. Хлоп. Вот так, а ты говоришь, ротики у них большие. Да, короче, гамма ворот. Не-не, давай-давай. Давай-давай. Это наша дамка, да? Да, да, да. Она никуда не ходит. Вот это? Вот это? Я предлагаю вот так сходить. Назад руби. Вот так сходить. А? Че? Да, все нормально. Ну все, рубим. Они пьют. Туда, прям на конец ходи. Наконец-то похоже. А ты такой не пила зелененький. Я пила зелененький уже. Это, ли, это меточка. Меточка. Ты пила синий. Меточка вкуснятина. Нет, жвачки я не пью. Это орбит. Нормально. Вика играет, а Катя пьет. Не, вкусненько. Мальчики, за вас. Давай. Давай. Пока. Пока. Завтра встретимся. Пока. Пока. Чёрт у вас. Ай, всё. Смешно. Я хочу дэнс вообще. О, дилемма. Бля. Нечестно. Хочешь красненький? Пей. Что, пополам? Давайте. Да. Я не буду. Давай пополам. Меня уже прет. Надо. Я же надо. Много. В этом, в этом... А вы хотите, чтобы я выиграла? В этом... Нет, ну, нельзя. Вот, не грызу, нельзя. Не перебор. Нельзя. Все плочено. Не-не-не. Просто попробуй. Вкусно, меня просто сейчас попробуй. Ты да, не пейшь, просто попробуй. Для меня крепковато. Нет. Давай, женщина. Мы проигрываем, но напиваюсь только я.
Так, наши какие? Красные. Ты уже забыл? Там еще картошка. Не, у нас в принципе почти равно. Нас надо уметь. Сходить? Нет, нельзя. Нужно сходить к дамой. Дамой мы как? Мы сюда поставим? Нет, вот сюда вот сходим. Вот сюда вот. Она назад не рубит. Да? Да. Все, мы поле прикрыли, получается. Все, теперь ходи вот сюда вот, прямо на красненькое. Вот, рядом с красненькой. Вот сюда вот. Да, и мы потом синенькую рубим. Опять? По-моему, мы же выигрывали, почему мы так много пьем? Мы просто собрались, просто, мы начали думать. Давайте. Давай. Кстати, красненькая, вкусненькая. А я пиваюсь. Кто выиграл-то в итоге? Я что-то ничего не понимаю. Мы еще, подожди, мы еще по-моему, бьемся. По-моему, я проиграла. Мы еще бьемся, подожди. Я одна проиграла. Мы еще пьемся. Я, говорит, одна проиграла. Почему мне так хорошо? Почему мне так хорошо? Мы ходим, да? А я не помню. Освежите, пожалуйста, память. Они вот нас рубили, получается, мы сейчас не ходим. Нет, нет, нечестно. Да, нет. Не было такого. Давай, давай, вот эту рюмочку надо будет выпить по-любому. Давай. Нет, сразу нельзя. Синее с красным мешать нельзя. Будет, знаешь, фиолетовый. Будет фиолетово. Будет... Фиолетово. Фиолетовый будет. Давай, то мне фиолетово будет. Давай, бах. Нет. Вика синячка. Ну давайте, ну давайте. Давайте, Вика синячка, Катя краснячка. Надо проигрывать, но красиво, давайте. Давайте, нет. Чокнитесь и выпейте, давайте. Катя краснячка, Вика синячка. А Вика белячий, зеленячий. Зеленячь осталось. Зеленячь, знаете, это как-то жестко. Зеленячь. Такого слова не слышал. Это не тазик как-то. Ну, давай, краснячь, синячь. Краснячь, давай синячь. Я уже наснячилась. Ну, продолжаем. Смотри, она делает, короче, маленький глоток сначала. Чтоб влезла потом вся рюмка, короче, влезла. Тактика, не, тактика. Не, все равно не влезает. Тактика. Тактика синяча. Тактика. Нет, мы забираемся. Кто выиграл-то, девушки, все-таки? Кто выиграл? Мы набухались, мы выиграли в шоколаде. А кто все-таки выиграл, правда? Нет, мне кажется, мы выиграли. Мы выиграли, да. Ты где? Да, откуда пришла? Мы выиграли. Ты именно пришла, да. Я начинаю, что она выиграла. Вот. Кто больше выпил-то? Да почему игра была, игра? Почему здесь кто больше выпил-то? Мы выиграли. У нас шашка это, получается. Это не та игра, которая здесь тебе стопку наливает, и кто быстрее нахерачится. Мне кажется, кто больше выпил, тот и выиграл. Я победила. Я всех победила. Я вообще всех победила. Как ты думаешь, Славе пойдет борода? У тебя есть борода, я скажу тебе да. Нет, мой ответ. Что тебе понравилось больше всего? Выигрывать или проигрывать? Знаково, привет. Катя, интервью. А мы сегодня играли с вами в кафе. Шашки, а как вы прокомментируете вашу игру? Пожалуйста, расскажите. Мне понравилось проигрывать. Спасибо за ваш развернутый ответ. К сожалению, я не попробовала ни зеленячить, ни краснячить, ни белячить. Только синячить. А я по старинке, я синячила. Я просто синячь. С вами вновь здесь, в Шашлыкове. Вот на этом вот столе номер 16. Все, чмоки-чмоки.